Кстати, генеральный прокурор Украины подтвердил, что РФ уже использовала в войне против Украины ракеты из КНДР. Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, производимых в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей. Мне кажется, или следующая новость как-то с этим связана. Власти Приморья запустили туры в КНДР. Страну с абсолютной диктатурой они называют одна из самых загадочных и интересных стран. Страна настолько загадочная, что там ничего нельзя. Кстати, стоимость тура продолжительностью в 4 дня – $750 с человека. На единственный курорт страны Масикрион уже 9 февраля отправится первая группа туристов. А из Донецка предлагают экскурсионные туры в Чечню по 20 000 рублей. Просто туры года, ей-богу!